Футбол обладает огромной силой. Он способен менять жизни людей. Тем более в таком городе, как Манчестер. Здесь нет ничего важнее футбола. Друзья, соперники, этот фильм для всех вас. Историю Юнайтед невозможно представить без малышей Басби. Молодые таланты, за успехами которых следит весь мир. У этих людей не было ничего, кроме футбола. Так было положено начало легендарного Юнайтед. Мы стали своего рода семьей. Повсюду были обломки кресел. Люди, пристегнутые к ним ремнями, были уже мертвы. Сегодня все скорбящие приходят сюда. Что теперь будет с красными дьяволами? Настали тяжелые времена, и стало ясно, что клубу нужны перемены. Алекс Фергюсон, как и Басби, хотел сделать ставку на воспитанников клуба. Бекхэм, братья Невилл, Скоулз. Каждый думал, а что я могу дать команде? Они не становились чемпионами 26 лет. Поражения даются очень тяжело, и это понимаешь, будучи еще игроком молодежки. Нужно было перестроить команду, измениться, и у нас это получилось. Сегодня мы начнем побеждать. Я был нужен Юнайтед, а он мне. Команде требовался лидер раздевалки, и Кантона идеально подходил на эту роль. Кантона! Я был рожден, чтобы играть за Юнайтед. Мы были дерзкими и верили, что непобедимы. Все взгляды были прикованы ко мне. Кантона дисквалифицирован! Алекс Фергюсон всегда был на стороне игроков. Мы были как одна семья. Вы должны сражаться до самого конца. А я тут как тут. Это то, к чему я готовился. И Сульшер забивает гол! United. Понять Юнайтед значит понять, что дает вкус к жизни. В кино с 11 августа.